С перерезания красной ленты двумя акимами города и области в Шымкенте в канун празднования Дня Астаны состоялось торжественное открытие обновленного парка Наурыз. После капитального ремонта, проведенного здесь строителями ТО «Куат Курылыс», парк обрел не только замечательный фасад, но и металлическую ограду, новую брусчатку, зеленый газон и скамейки для отдыха горожан. В населенном пункте Сайрам это единственный парк. И с первых дней открытия я вижу здесь множество посетителей. Я считаю, что любому городу и микрорайону просто необходимы такие места для отдыха горожан. Одной из достопримечательностей парка является искусственное озеро с прохладной водой. По нему отдыхающие могут покататься на катамаранах. Одним из первых посетителей водного аттракциона стала семья Адиметовых. Я очень рад, что сделали капитальный ремонт парка в нашем населенном пункте. Теперь мы с супругой и детьми сможем чаще прогуливаться здесь. Ведь парк находится в 5 минутах ходьбы от моего дома. Спасибо властям за подарок. Стоит отметить, что парк Наурыз в населенном пункте Сайрам был построен и сдан в эксплуатацию в 1991 году. И с тех пор здесь не проводилось никаких ремонтных работ. Однако после присоединения населенного пункта к городу парк подвергся реконструкции. На эти цели в прошлом году было выделено 180 миллионов тенге. Работы было проведено немало, как по строительству, так и по озеленению. Для решения вопросов с поливом и заполнения озера водой мы пробурили водяную скважину. К слову, по многочисленным просьбам аксакалов и местных жителей было принято решение оставить гордость парка Наурыз, аттракцион «Колесо обозрения», а также карусель и сцену для артистов. Бахром Абдуллаев, Амантай Ольбек, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании ОТРР.